воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать. Не жалей, мы все уже сделали, это лишние вопросы зачем. Женя Синяков, Питер! Давай, Женек, давай! Привет всем, привет, привет! Недавно во дворе у себя иду, тетка такая стоит, Женя, 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 Женя! Я думаю, что, узнала, что ли, остановился? А она продолжает, Женя, 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 Женя! А потом подбегает к ней Женя и такой... Собаку она звала Женя. Вот как можно было собаку назвать Женя? Это же человеческое имя. Ну, назови ты собаку Рекс, Тузик, Бобик, ну, на крайняк Олег. Но не Женя же, а? Вот вряд ли, когда она впервые эту Сину к себе домой привела, пустила ее по квартире погулять, та начала вытирать задницу о пол, и она такая, ой, ну, прям типичный Евгений. Все, теперь Женькой будет собачка. Я вообще считаю, что вот некоторым людям нужно на законодательном уровне запретить называть вообще что-либо. Детям же сейчас странные имена дают некоторые. Я узнал, что у меня однокурсница назвала сына Ивар. Ивар. Я сначала подумал в честь вот этого шкафа из Икеи. Нет, оказывается, в честь викинга из сериала про викингов. На всякий случай скажу, что Ивар — это не единственный персонаж в этом сериале. Там есть люди с другими именами. Например, там был князь Олег. Удивительное, да, имя Олег? Великому князю оно подошло, а мальчику из сумасшедшей семьи нет. И собаки из предыдущей истории тоже. Именно вот из-за таких вот суперкреативных людей мы и живем в мире, где полно всяких дурацких каких-то и кретинских названий. У нас в Питере в парке аттракционов есть американские горки, которые называются Великолукский мясокомбинат. Название страшнее аттракциона. Мне кажется, сам аттракцион выглядит так, что он недоволен своим названием. А жилищные комплексы, их же тоже очень часто странно называют, как-то порой излишне пафосно. Я сейчас себе присматривал квартиру, и мне попался жилищный комплекс «Императорские мытищи». Что это такое? Что-то уровня «Самодержавная Балашиха». В Казани вообще есть ЖК «Голливуд». Вот почему вот это называется «Голливуд»? Тут от «Голливуда» только то, что это похоже на ноги Оптимуса Прайма. Опять же, в Подмосковье есть ЖК «Березовая роща». Скорее, это должно называться «Тут была березовая роща». А у целых предприятий же тоже порой очень странные названия. Вот, например, завод «Русские шланги». Больше похоже на название очень дешевой порнухи. Или вот завод «Владимир Бетон». Звучит скорее как имя человека, который этот завод когда-то удачно отжал. Интернет-магазин «Best Чай». Видимо, тот случай, когда у тебя английский на уровне «Best» и дальше уже никуда не двинулся. Вообще, если говорить о промышленности, то у нашего автопрома серьезные проблемы с названиями. Прошедшим летом был представлен автомобиль-амфибия, который называется «Дрозд». Вот почему это «Дрозд»? Он же даже не похож на «Дрозда». Это скорее выглядит так, что какой-то рыбак поссорился с шиномонтажкой, и его лодку из этой шиномонтажки обстреляли колесами. Или вот есть УАЗ «Гусар». Почему это «Гусар»? Неужели внутри ты как будто сидишь на лошади? Или, может, эта машина не поедет, пока ты ее два раза не ударишь ногой? Но самое стрёмное название — это спецавтомобиль «Абаим Абанат». Звучит, как надпись в подъезде, где живет Абаим. Но, на мой взгляд, вот самый главный провал с названием связан с тем, чем мы гордимся весь этот год. С тем, про что вот во всех новостях пишут. Я имею в виду нашу вакцину от коронавируса.
Я все это время читал название как «Спутник 5», а оказывается, это «Спутник Ви». Вот откуда после русских букв вдруг взялась латинская «В»? Это же нелогично. Может, у нас еще Николай II, это Николай Ай-Ай? В общем, ребята, если вы не знаете, как что-то назвать, у меня есть предложение. Называйте все в честь меня. Потому что и мальчика, и девочку можно назвать Женя. Жилищный комплекс можно назвать ЖК, Жека. Прикольно будет звучать. Единственное, не называйте в честь меня собак, пожалуйста. Все, всем спасибо. Пока. Сегодняшней камеди проведут Ирина Самарская и Махмуд Рыбин. Здрасте, мы вам аплодируем. Классно. Здрасте. Спасибо, что пришли. Спасибо, что нашли время. Спасибо большое. Ой! Не понимаешь, кто у нас? Нет, понятия не имею. Кто? Жена твоя пришла. О, давай, поехали. Лейсану Чашева у нас в гостях. Ребята, спасибо. Композитор Райан Оттер, который написал музыку к ее танцевальному шоу «Болеро». И не только, друзья. Между прочим, обладатель Грэмми, обладатель Эмми, обладатель всех возможных музыкальных наград. А? И никто не проверит. Так, у нас написано, что вы хотели бы анонсировать два последних спектакля вашего шоу «Болеро», которые пройдут 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге. Все верно? Да, все верно. Поэтому прямо сейчас анонсируйте, пожалуйста, два ваших последних спектакля шоу «Болеро», которые пройдут 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге. Хорошо, я... Иначе нам самим придется анонсировать два последних спектакля вашего шоу «Болеро», которые пройдут 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге. Не медлите, быстрее, люди ждут. Хорошо, анонсируйте, я анонсирую. Анонсируйте. Итак, последние гастроли, последние концерты «Болеро» 21 мая Москва, МДМ, и 23 мая, Питер. Все. А, друзья, спасибо огромное. Лейсан, я люблю тебя, мы едем дальше. Все? Напомню, что мы переходим к следующему гостю, который не хотел бы анонсировать два последних спектакля шоу «Болеро», которые пройдут 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге. У нас в гостях популярный блогер Стас Просто Класс. Привет. Почему, Стас, объясни, вы не хотели бы анонсировать два последних спектакля вашего шоу «Болеро», которое пройдет 21 мая в Москве и 23 мая в Санкт-Петербурге? Привет. Аплодисменты. Стас Просто Класс здесь у нас. Понятно. Все, вам достаточно? Вы счастливы, довольны? Да? Ну ладно, если что, нам еще вернем. Два бокала, Паш. Что вам, два бокала еще? Коньяк? Ребята, пожалуйста, там Полина Гагарина и моя жена. Для моей жены и ее пьющей подруги. Можно? Коньяк. Я не пью. Полин, рассказывай, я не пью. Ага. А тот случай, который везете меня домой. А, это не ты была? А, Стас, а вот теперь, а вот Стас, теперь, привет. А привет, вот теперь мне стало Дайте интересно, я прочитаю что про тебя. Это было. У тебя там это, бушует твоя, иди. Я пока здесь прикрою. Все, успокоилась, спокойненько. Выпила шампанского, села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было. Блин, как это круто. У меня так не работало в семье. Ладно, поехали. Популярный блогер Стас Круглицкий. Давайте Стасу поаплодируем. Конечно, классный парень. Стас Круглицкий стал знаменитостью, размещая ролики в Инстаграм и ТикТок. В своих видео он пародирует манеры, мышление и привычки гламурных девушек. Самый популярный образ – Сантана Новикова. Все верно? Кто видел Стаса в Инстаграмах и в прочих делах? Смотри, и девушки сразу. Но почему гламурных? Я пародирую всех девушек. Ну, не всех, но большинство, как мне кажется. Но есть же уже мужчина, который переоделся в женщину и прославился. Это Лолита Милявская. Вот скажи, почему...
Почему ты до сих пор это делаешь? Это получилось случайно. Я наступил на парик, когда гулял на свадьбе, и записал ролик. Ты часто подбираешь вообще волосы с пола и записываешь ролики, а? Слушай, ну, у меня мало волос, поэтому мне, если даже какая-то грязь сюда попадет, достаточно будет тряпочкой протереть, и все. То есть, послушай, ну, если честно сказать, твои ролики шикарные, просто офигенные. У тебя бумажки написаны или ты от сердца говоришь? Нет, я все читаю. От какого сердца? Все, как написали. А Стас просил сказать, что его ролики шикарные. Вот смотри, у нас написано. Мы прочитали, что свое первое видео ты смонтировал, сидя на заднем сиденье автомобиля. Это так? Совершенно верно. Но это было видео не с Сантаной. Это... Ты, кстати, не первый человек, который попадает в шоу-бизнес через заднее сиденье автомобиля. Это накатанная схема. А кто первый? Я не знаю. Понятно. Расскажи, пожалуйста, что за первое видео и как это на заднем сиденье автомобиля случилось? Это был 2014 год. Да. Мы с братом с моим, вот за мной сидит, вот он. А, вот этот такой серьезный? Да, это мой брат. Серьезный парень. Да, мы с ним поехали к бабушке. Похож на UFC-шника какого-то мощного. Почти, он эколог. Прости, пожалуйста, а что такое эколог? Эколог? Может быть, лучше брат расскажет? Да, брат, давай. Расскажите, что такое экология. Расскажи, кто ты такой. Брат, расскажи, пожалуйста. Экология, парни, ну что такое экология? Все, верните обратно. Защита окружающей среды. Это было максимально... Нет, подожди, а как ты защищаешь? Ну дай, пожалуйста, дай. Спросим, хоть в семье кто-то на нормальной работе работает. Что? А он, кстати, до того, как он вот занялся вот тем, чем он занимается... Ты он понял, тоже... он даже эту фигню не может нормально определить. Он тоже был экологом, кстати, тоже был экологом. Мы экологи. Это удивительная штука. Подожди, вы торгуете чем-то, я понять не могу. Мы экологи. Мы... А ну вышли из машины с красными глазами. Мы экологи. Это просто трава. Мы изучаем марихуану, вот и все. Что такое экология? А что вы эколог? Чем вы конкретно занимаетесь? Что спасаете? Это корпоративная экология. А, ну, конечно. Конечно, одному-то скучно. Если вам серьезно интересно, то... Нам очень серьезно, у нас серьезная передача передавает. Какие главные проблемы? Мы можем сейчас все решить. Допустим, очень большая проблема — это обращение отходов в России. Селективный сбор отходов. Знаете, что такое? Конечно, знаем. Когда отдельно пластик. Да, отдельно пластик, конечно. И отдельно все остальное. Вот именно, вот так и надо делать, потому что количество отходов... Вы понимаете, что это война с ветряными мельницами в России? Нет, парни. Ребята, кто-то в зале... отдельно кидает в мусорное ведро что-то. Вот, все, посмотри. Все, 4 человека, все остальные. И 4 сумасшедших. Все. Это начало большого пути, понимаете? Нет, если честно, проблема. Согласен. Не, ну серьезно. Надо собираться. Мы правда, мне надо говорить, соглашаться, иначе он метелит сейчас. Ну, кстати, между прочим, важное замечание. Стас синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Но я планирую к концу этого года получить пурпурный. Пурпурный. Вырежу из этой шапки его, вырежу. Только после этого я хочу пояс охра. И потом светло-фиолетовый с такой стразой на пупке. Что это такое джиу-джитсу вообще? Это такая борьба, преимущественно партерная. Ты борешься в куртке, ну, в кимоно. И твоя задача соперника либо задушить, либо сделать ему болевой прием. Как много людей в куртках ты задушил? Я не считал, честно говоря. Но у меня иногда это получается делать. А ты душил людей в парике? Меня довольно часто, кстати, просят... Это точно было джиу-джитсу? Меня довольно часто просят прийти... А не свингер-клуб. Все борцы знают про Сантану Новикову. Кого там часто... душит этот с поясом? Говорят, что ты работаешь над развитием собственного сериала. Это будет сериал про Сантану. Мы написали пилот. И сейчас вот мы договариваемся с продакшеном и вот ищем, кто будет реализовывать этот проект. Кто будет оплачивать его? У нас уже есть один человек заинтересованный, вот мы скоро с ним встречаемся снова. А, что за вы с ним встречаетесь иногда? И душите там друг друга, нет? В куртках. Он просит тебя надеть парик перед придушением. Никакой вопрос мне отвечать, я не понимаю. Придуши меня, я оплачу тебе сериал. Можешь в пурпурном поясе. Конечно, Виктор Сергеевич, конечно. Кстати, Гарик, ты, походу, тоже в кимоно сегодня выступаешь. Что это такое у тебя? На тебе? Хорошая попытка, но... Не удалось. Друзья, аплодисменты Стасу, аплодисменты. Спасибо. Его брату. Шикарная какая-то семья. У нас в гостях Полина Гагарина! Во-первых, анонс. Да. Я не пью.
Да. Это первый анонс. Ты не пьешь. Официальная информация. Полина Гагарина ничего не пьет. Она вообще никогда ничего не употребляла, кроме масла. А что масло? Что с маслом? А маслом она мажется. Обезвоживание. А что я мажу? Она приходит домой. Полина мажется вся. Откуда у тебя такая информация? У меня тоже анонс. Ну-ка, давай. 8 марта. Дорогие девушки, дорогие парни, которые будут дарить своим любимым девушкам билеты. У меня два концерта. Два концерта. 8 марта. 8 марта и на Масленицу. Но я должен был сказать. Нет. 8 марта. 8 марта. 8 марта. Международный. Между народами. Может, я прочту? У меня все написано. Смотри. 8 марта 2021 года состоится премьера шоу Полины «Смотри». Все верно? Ага. Есть. В Москве. Давай. В Москве пройдут в Москве. Сразу два живых концерта. В 13.00 и в 19.00. А зрители по всему миру смогут участвовать в них в формате онлайн. И офлайн. Это будет первое в России гибридное шоу офлайн и онлайн. Ёшкин кот! Все верно? Да! Шоу Ёшкин кот. 8 марта. Все приходите, пожалуйста. Зрители будут сидеть в зале. И я смогу увидеть зрителей, которые подключились к нам онлайн. Они будут выведены на стены концертного зала. Так. Вот. И я буду их видеть, они меня будут видеть. А ты сама где будешь в этот момент? Где ты будешь присутствовать? Одни на концерте, другие дома, а ты в такси в это время. 14 февраля, в День всех влюбленных, в соцсетях Полина объявила конкурс. Ее поклонники могут выиграть возможность не просто прийти на концерт 8 марта, Можно я скажу? Блин, давай, хорошо. Давай. Значит, да, я выберу одну пару, которая будет иметь возможность подняться на сцену и сделать предложение. Так, я приеду выступать у них на свадьбе. Абсолютно бесплатно. Да ты что? Да. Ты слишком идеальная. Слушай, а как это произойдет? Ты скажи, вот ты назначила им, где уже они предложения будут делать. Ты хотя бы к ним на свадьбу приедешь? Или скажешь, в 9 утра на Рублевское шоссе приезжайте, я из замка выйду. Валить нахуй. У меня нет замка. У тебя нет замка? Нет. У меня маленькая усадьба. Маленькая усадьба. Полин, ты всегда шикарная, ты всегда прекрасно выглядишь. Спасибо. Полина Гагарина! Ребята, спасибо вам огромное. Давайте начинать Comedy Club. Добрый вечер. Поехали! Тимур Батрутдинов, Антон Иванов, Сергей Гореликов и Андрей Аверин. Здрасте! Привет! Добрый вечер! Добрый вечер, добрый вечер. Где-то в небесной канцелярии. Смотрим. Ну что ж, уважаемые коллеги, министр флоры, министр фауны, здравствуйте. Добрый вечер. Мы собрались на новом собрании нашей небесной канцелярии по такому вопросу. Дело в том, что наша планета в опасности. Постоянное скопление мусора, войны, катаклизмы. Это ужас. Это ужас. И все это из-за нашего коллеги, который здесь у нас в небесной канцелярии отвечает за людей. Я не удивлен. Он сам попросил собраться, видимо, какая-то есть новость. Попросил, а не пришел. Кто-нибудь его видел? Нет. Вот где он ходит? Я понятия не имею. Обычно опаздывает. Что с... Вот. Здравствуйте. 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 И что это мы опаздываем? Пробки. Какие пробки? Мы на небе. Не знаю, мои так всегда отвечают. Ладно. По какому вопросу собрались? Что вы хотите? Господин Флора, господин Фауна, господин... Председатель, я прошу уволить меня по собственному желанию. Что? Вы в своем уме? Вы здесь единственный, кто отвечает за людей. Мы вас не уволим. А все. Все, я больше не могу.
Они дебилы, они просто придурки. Я с ними не могу больше работать. Они долбоящеры все! Наконец-то! Увольняйте его! О, увольняйте! Он совершенно не справляется со своими обязанностями. Совершенно? А мои звери страдают из-за вас. Вот я вчера наблюдал, как в Амазонке плавает крокодил. Радуется жизни. Угу. А сегодня бац! Он уже на ноге у какого-то армянина. На педаль нажимает. Да, нажимает. Интересно. Страусы жалуются. Куда голову не засунешь в землю, там уже закладка спрятана. А море? Море вообще засрали. Засрали. У нас что, не день, то медуза пакет чпокает по ошибке. Да ваши люди заседание фонда защиты животных могут в стейкхаусе проводить. Могут, могут. Очевидно, что вы с ними не справляетесь. Поэтому мне кажется, что без вас будет только лучше. Ну вот, вы слышали, мне даже говорить ничего не надо. Увольте меня, пожалуйста. Подождите, я повторюсь. Мы не можем просто так уволить того, кто отвечает за людей. Ну, пожалуйста. Я же не могу больше с ними. Они же неадекватные, они отбитые, все наглухо. Они дебилы, они кретины. Можно, пожалуйста, вот я вот кустиками, веточками, цветочками, мхом буду управлять? Только не этими кретинами, пожалуйста. Подождите, вы просто на взводе. Конечно. Расслабьтесь, возьмите выходной, потом соберемся и все обсудим. Выходной? Да. Спасибо. Взял я один выходной, маленький, выходнулечку взял одну. И то в этот день какой-то придурок в Китае пошел, сожрал летучую мышь и все... К чертям пошло! Вот эта рыба-фугу твоя, она же ядовитая насквозь. Они ее умудряются готовить и жрать. Они все в рот тянут, понимаешь? Все абсолютно в рот. Они даже друг у друга в рот тянут. А я так даже не задумывал. Подождите, ну может быть просто нужно людей как-то доработать? Да куда дорабатывать? Я их сделал каждого индивидуальным. У кого-то носик поменьше, у кого-то ушки побольше. Они все делают одинаково. Сиськи одинаковые, жопы одинаковые. В Инстаграм зайдешь, листаешь, там, блин, один человек. А брови? Что? Брови, я им сделал брови. Знаете, что они делают? Да. Что? Они их выщипывают, ага, и на их месте рисуют, знаете что? Да. Брови. Брови? Брови рисуют. Вот твои зебры. Зебра к зебре подходит и говорит: сотри мне все полоски и нарисуй на их месте такие же, только тоньше и уродливее. Делают так. А они с бровями так делают. Пожалуйста, успокойтесь. Я им мозг дал, чтобы они думали. Они им ТикТок придумали. Я им глаза дал, чтобы они на мир на этот прекрасный смотрели. Они им ТикТок смотрят. Я им рот дал для того, чтобы они общались друг с другом. Умные слова говорили. Они его в ТикТоке по чужую музыку открывают. Все, ТикТок для меня — это точка невозврата. Увольняйте меня. Подождите, я вас не уволю, понятно? Прекратите орать. Я им эволюцию дал. Технический прогресс. Я им подарил устройство, которое способно за секунды на другой конец земного шара неограниченные объемы информации передавать. Они знаете, что друг другу передают? Чё? Письки. Что? Письки? Письки. Письки. Казалось бы, ты капитан сборной России по футболу. Ай! Ай! Фу! Короче, все, увольняйте меня, я поеду пить мохито и курить кальян. Сука, я им кальян и мохито придумал. Как можно воевать друг с другом, когда у тебя есть кальян и мохито? Согласен, но, пожалуйста, ну просто расслабьтесь. Чего вы волнуетесь? Как я расслаблюсь? Как я расслаблюсь, когда мне постоянно вот на эту хрень приходят сообщения, просьбы к Богу. Так. Он меня вибрирует, он у меня как вибромассажер, я его использую. Почитайте, почитайте, зайдите. Ну-ка, ну-ка. Так. Господи, хоть бы она мне дала. 70% таких сообщений. Они ни о чем другом не думают. Господи, хоть бы она мне дала. Господи, почему она мне не дала? Господи, зачем я ему дала? Об этом они просят. Не чтобы мир на земле был, не чтобы пандемия закончилась. Дальше. Господи, хоть бы он мне подарил 12-й айфон. Вот. Господи, с маленькой буквы айфон, с большой. Они совсем охренели. Да. Читаю дальше. Господи, лишь бы меня не остановил этот ППСник, потому что я еду на куриный с детьми. О, накурился с детьми, поехал, о Боге вспомнил. А когда накуривался, не вспоминал? Как они вообще придумали коноплю курить? Ты же создал, чтобы конопля, это же веревки, там масло, ткани. Где этот нулевой пациент, где этот придурок, который посмотрел на веревку, а скурю-ка я веревку?
Как они к этому пришли, что ее курить можно? Серьезно? Как? Возмутительно. Вообще. Дальше. Господи, дай мне побольше подписчиков. Да задолбал этот джиган уже. Про накуренные с детьми, это тоже от него сообщение. Поймите, дело в том, что процессом увольнения у нас занимаются исключительно сверху. Конечно, субординация. Конечно. Ну хорошо, хорошо. Господи, господи, ты же слышал все. Пожалуйста, скажи, можно мне уволиться? Я не могу больше. Да, ты можешь уволиться. Я же говорил. Но для этого ты должен закончить все недоделанные дела. Справедливо. Справедливо, я записываю. Сделать так, чтобы люди не бились мизинцем ноги о тумбочку. Чтобы, когда сидишь в туалете, ноги не немели. Найти применение мужским соскам. Сделать веганам лица попроще. Как-то донести людям, что уже, наверное, хватит подкастов. Сделать так, чтобы люди не носили маски на подбородке. А что, пандемия не закончится? Если будут так носить, не закончится. Это все. Ага. Знаешь что, господи, спасибо, конечно, но я еще на мизинцах перестал записывать. Я тут подумал, останусь я. Только сделай так, чтобы люди поумнели и жить стало лучше. Хорошо, договорились, ты уволен. В преддверии 8 марта группа USB выпустила сенсационное расследование. Смотрим. Скоро 8 марта. В этом году этому празднику исполняется ровно 100 лет. В этот день мужчины всего мира традиционно дарят своим женщинам цветы. Цветы, которые доставляют им радость. Цветы, которые приносят им счастье. Цветы, которые являются самой крупной мошеннической схемой в истории современной России. Кто взращивает семена обмана? Где зарыта луковица лжи? И откуда прорастают корни махинации? Обо всем об этом, и об этом обо всем, и даже кое о чем еще, о чем не думал никто, а кто-то даже и не думал думать в нашем сенсационном расследовании. Грязные тычинки чистого праздника. Мы задались вопросом, почему 5 марта тюльпан стоит 50 рублей, а 8 марта 250? И тут вы скажете, это очевидно. Цены растут, потому что растет спрос. Зачем ты у нас отнял столько времени, чепушила в дебильной рубашке с немытой головой? А я вам отвечу. Сами вы чепушила в дебильной рубашке. Обзываются они еще. Несмотря на хейтеров, мы все-таки решили начать наше расследование про цветы. И для этого мы отправились в цветочную столицу мира. В Голландию. Вернувшись из Голландии, мы все-таки решили начать наше расследование про цветы. Наше расследование начинается здесь, рядом с метро Полежаевская. За моей спиной, казалось бы, обычный цветочный ларек. Но в 2016 году власти столицы снесли все ларьки у метро. Все, кроме одного. Все, кроме одного. По традициям лучших расследований мы решили полетать над этим ларьком на дроне. У нас есть дрон. Вот крыша этого ларька. Вот фонарь. А вот мусорка. Отлетаем чуть выше, и что мы видим? Ресторан. Парк с аллеями. Стадион. А что здесь? Да тут у нас огромный жилой комплекс. Как видите, вокруг цветочного ларька построили целый город. Мы показали бы вам и больше, но нам запретили съемку. Ребят, здесь летать нельзя. Именно над этим киоском? Ну, вообще-то над всей Москвой. Это каким влиятельным человеком надо быть, чтобы из-за одного ларька установить бесполетную зону над столицей нашей с вами родины? Чтобы не привлекать к себе внимание, мы решили подплыть к метро Полежаевская на лодке. Департамент
капитан судоходства города Москвы, слушай. А, здравствуйте, мы с другом хотим порыбачить. Можем ли мы подплыть на лодке ко входу метро Полежаевская? Ну, нет, конечно. А что, есть какие-то ограничения со стороны ФСО? Вы дебилы, что ли? Как видите, нам запретили подплыть на лодке, но мы все-таки попробовали это сделать. Но несмотря на беспрецедентные меры предосторожности и маскировочные костюмы, купленные в магазине спецодежды, нас все-таки задержали. Уберите камеру! Через 15 суток мы решили больше не подплывать к метро на лодке, чтобы не продолжать наше расследование еще через 15 суток. Сперва нам нужно было выяснить, кто, черт возьми, за этим стоит. Кто, черт возьми, за этим стоит? Вот чек. Из чека мы узнаем, что данный ларек принадлежит некому индивидуальному предпринимателю Баба Баяну. Смотрим дальше и видим номер ИНН Баба Баяна. 12 семерок! Такого блатного номера ИНН мы не видели никогда. Тут в нашем расследовании внезапно появляется некий Ярослав Егорович Антошкин. Мы долго не могли понять, какая связь между Антошкиным и Баба Баяном. Но мы провели стрелочку, и связь стала очевидной. Вот она. Стрелочка. Оказалось, Антошкин – майор ГИБДД, который за 300 тысяч рублей продал Баба Баяну ИНН с блатным номером. Имея на руках ИНН, мы запросили в налоговой его финансовую отчетность. Январь – ничего необычного. Февраль – тоже ничего необычного. А вот март. 8 марта прибыль этого ларька составляет 100 миллиардов рублей. 100 миллиардов! Это в 3 раза больше, чем потратил Роскосмос за весь год. А в 3 раза больше – это 300 миллиардов рублей. Итого 100 и 300 – 400 миллиардов. А это почти полтриллиона. Вы только вдумайтесь. Полтриллиона рублей за один день. И это на цветах. Я хочу быть акционером. ОАО «Ларек» на Полежаевской. Чтобы понять, как заработать такие деньги на цветах, давайте-ка заглянем в историю. Давайте. Ровно 100 лет назад, в 1910 году, на форуме женщин было принято решение учредить Международный женский день 8 марта. За этим решением стояли Клара Цеткин и Роза Люксембург. Получив эту информацию, мы решили отправиться в очередное путешествие. Не найдя на карте город Цеткин, мы решили слетать хотя бы в Люксембург. Прилетев в Люксембург, мы поняли, что от города, где нехрен делать, до Амстердама всего 3 часа на машине. Уже через 2 часа мы были в Амстердаме. Мы поняли, чем чаще мы приезжаем в Амстердам, тем тяжелее нам дается наше расследование. А еще мы поняли, что этой главы могло бы и не быть в нашем расследовании. А вот что точно должно быть в нашем расследовании, это то, как выглядит этот Баба Баян. То, как выглядит этот Баба Баян. Вы видели владельца этого ларька? Нет. Вы видели владельца этого ларька? Нет. Вы знаете, как выглядит владелец этого ларька? Нет. Хорошо, а так? Я говорю, я не видел. Держите, держите. Подумайте. Говорю же, не видел я. А если так? Мужики, спасибо, конечно. Не видел я. А так? Мужики, это совсем уж неудобно, А так? Что вы со мной делаете? Пусть он будет в куртке. Чтобы понять, как выглядит Баба Баян, у нас было слишком мало зацепок. Но мы знали одно. Он был в куртке. Но куда вообще человек в куртке может потратить 500 000 000 000 рублей? Куда вообще человек в куртке может потратить 500 000 000 рублей? Отследив транзакции, мы узнали, что все деньги Баба Баяна уходили на цветы, закупаемые на оптовой сочинской базе, директором которой был некий Степан Игоревич, ныне покойный. Мы позвонили ему. Здравствуйте, спасибо, что согласились пообщаться с нами. Скажите, а почему такая высокая цена на цветы 8 марта? Вы поймите, цену назначаем не мы. Мы закупаем их уже по завышенной цене на международной цветочной бирже в Голландии. Мы тут же полетели в Голландию. Впервые по делу. Ежегодно 8 марта к вам из России поступают огромные суммы денег. На что вы их тратите?
Мы платим налоги, инвестируем в аграрный сектор, тратим на поддержание и модернизацию инфраструктуры нашего предприятия. Ну и я подвешиваю себя за соски. Что вы сказали? Я подвешиваю себя за соски в специальной комнате. Хотите посмотреть? Это расследование шокирует до глубины души. Выходит, каждый раз, когда вы покупаете 8 марта своей любимой женщине цветы, делая ей приятно, вы подвешиваете за соски какого-то извращенца из Европы. Этим расследованием мы призываем остановить эту бесконечную традицию и не покупать цветы ИП Баба Баяна. Покупайте цветы у Мамуки Мама Маладзе. Спонсор расследования ИП «Мама Маладзе». С 8 марта любимые женщины. Чтобы стать богаче, можно искать клад. Но лучше открыть вклад. Вклад – ваш успех в «Газпромбанке». Он даст вам до 6% годовых, а оформить его можно, не выходя из дома. «Газпромбанк» – для тех, кто умеет вкладываться. На сцене Андрей Аверин и Зураб Матуа. Добрый вечер, здрасте! На праздничном концерте в честь Дня города в гримерке Льва Лещенко. Поехали! Сергей, здравствуйте. Меня Олег зовут. Я организатор мероприятия. Так. Давайте с вами по программе пройдемся. Давайте. Значит так, смотрите, сейчас выступает Агутин, потом поет мэр. Потом на сцену выходит Клава Кока, потом у мэра с Клава Кокой дуэт, потом Газманов скачет, и после Газманова выходите вы с Львом Валерьяновичем Лещенко, и, как говорится, лай-лай. Единственное, предупрежу, выходите поздновато, публика может быть вяленькая. Лев Валерьянович перед Андроповым, Черненко, Брежневым выступал. Поверьте, он знает, что такая вяленькая публика. Я извиняюсь. Здорово, пацаны, я извиняюсь. Меня Юрец зовут. Я буквально секундочку вашего времени. Вы ковидом болели? Ну да. Здорово тогда. Здорово. Простите, пожалуйста, а вы кто такой? Покиньте гримерку, пожалуйста. В смысле? Я с кем имею честь вообще? Я организатор этого мероприятия. Ну организуй свое исчезновение, а то я сейчас позвоню пацанам, они приедут сами, организую. Даже никто не спросит, что, куда, как. Человек тебе зашел, имею уважение чуть-чуть. Я вообще не с вами разговаривать хотел, я хочу с Львом Валерьяновичем поговорить. Лев Валерьянович отдыхает перед выступлением. Вот. Ты кто такой? Его аккомпаниатор. Послушай сюда, аккумулятор, Аккомпаниатор? Я грузинский. Имена плохо выговариваю. Просто передай Льву Валерьяновичу широко-душевно мое низкопоклонческое, высокосердечное, глубокоуважительность моя. Лев Валерьянович просто легенда. В честь него даже рыбу назвали. Слушай, я из легендарных чуваков уважаю Лещенко, Месси, Емельяненко, Де Ниро и Эдика Хачатряна. Слушайте. Послушайте, уважаемый, а кто такой Эдик Хачатрян? Он половине Ростова про вас сделал. Легендарный чувак вообще просто. Слушайте, да какой легендарный чувак? Вы понимаете, что вы врываетесь в гримерку народного артиста? Да выйдите вон! Вы примите мои люксовые извинения. Просто ситуация такая, поймите, понимаешь? Ну, патовая ситуация. Короче, у меня девушка есть, ее Света зовут. Понял? Ну, моя. Ну, понял? Малая моя. Так. Ну, все по-серьезке все. Понял? У нее она пароль от моего айфона знает уже. Все. Трескалась меня девчонка просто, понимаешь? Ее Амур на дискотеке пьяную поймал, вот так ногой колонки прижал, так стрелой ей в башню. На! Просто все. Ну, влюбилась в меня девчонка. Так все, уходите немедленно. Послушай, если вопрос в деньгах на 1000 евро, возьми и угомони себя, слышишь? Какое 1000 евро? Тут всего 500 рублей. Я давно за курсом не следил. В общем...
Короче, у Светы мама Зоя Анакондовна, понял? Моя будущая теща, моя будущая, понял? Она против, что мы встречаемся. Она хочет, чтобы Света женилась на нормальном, порядочном, воспитанном, интеллигентном человеке. Все против меня, понял? Все против меня. Когда Света у меня на ночь остается, она и каждые две минуты звонит. Ну, слава богу, я за две минуты укладываю, все нормально. Я просто к этой собаке со всей душой, она меня не любит, понимаешь? Я все придумаю, Рец. Так вы сходите своей теще подарок купите, от нас отстаньте. Да я царские подарки ей делал. Я ей на день рождения подарил козырное место на кладбище. Она обиделась, понял? А человека из-за этого боком похоронили. Слушайте, да зачем вы нам рассказываете свои проблемы? У нас концерт, у нас праздник, администрация вся сидит. Вот это реально праздник был бы, если вся ваша администрация сидела. Послушай, короче, у Зои Анакондовны сегодня юбилей, 50 лет у нее. Хотя я не знаю, как она тогда жила, змеи столько не живут. Я хочу записать видео с Львом Валерьяновичем, понял, чтобы он про меня что-то спел. Я у нее на юбилей, на большие экраны выведу просто, чтобы она посыпалась, хрущевка, понял? Вообще, устроим ей реновацию. Так, все, у нас больше времени нет, уходите, пожалуйста. Я прошу вас, уходите. Послушай, я тебе серьезно... Олежа, привет. Здравствуйте. Ты трубочки со сгущенкой купил этим вкусные такие? Лев Валерьянович, трубочки со сгущенкой купить не удалось, к сожалению. Я прошу прощения. Лев Валерьянович, мои крафтовые уважения вам. Просто вы легендарный человек. Привет. Просто. Меня мама на вашем концерте родила. Она сказала, в роддоме я еще рожу, а Лещенко в Новороссийске один раз бывает. Лев Валерьянович, я дико извиняюсь, это просто какой-то идиот сюда ворвался и хочет, чтобы какую-то песню для его тещи записали. Я там за кулисами ТикТок снимал, все слышал, да. Да. Лев Валерьянович, да, если мы видос все запишем, я привезу раков. Там просто не раки, просто лошади. Не я их привезу, они меня привезут. Мы потом с вами поедем в сауну, там все, арбузик порежем, там закажем пироги остинские, погуляем по полной программе. Ну что, ну, может быть, поможем парню, а? Запишем видео. Ну давайте поможем, а что супер, делать? Супер, бомба! Я вам текст есть? Набросал, Лев Валерьянович, вот все просто. Да, ну, давай, дайте я видосик включу, что... Ну что, Зоя Анакондовна, ау! Это вы не меня на юбилей не позвали, это вы нас на юбилей не позвали, поняла? Поехали, заряжай давай, делай! Тащи там, слышишь, оу! Я спою вам песню про юрца. Сдавала! Нет, не про Дудя, а про другого. Тащи! Он учредитель юрлица. Серьезный человек, я. Возит свежих раков из Ростова. Вот такие раки, поняла? Обиду в сердце не носи. Коммунистов! Сделай хлеборезку там попроще. Успокойся давай. Иди по городу спроси. Все мечтают стать юрцовской тещей. Спасибо, Лев Валерьевич. Он наколол змею. Вот здесь. Потому что любит он вас сильно. Чтоб ты знала там. Подтверждение этих самых слов кинул вам штукарь, он на мобильный. Звони, если что, давай, поняла? Второй куплет можно еще, Лев Валерьевич? Он не наркоман, не игровой. Поняла? Он дудит лишь в медицинских целях. Сама ты торчок. Свет любит телом и душой. Ну, больше телом, конечно, любит. Вот как не бывал в чужих постелях. Отвечаю. Ей он подарить кольцо хотел. Хотел, а чё? Но с экспрессом ставка не сыграла. Не фартанула просто. Ротор проиграл в Махачкале. Там пенальти не было. И в ничью скатала он с Уралом. Материл он вас на Новый год. Я извиняюсь. Пьяный натравил на вас бульдога. Было, да. Все слова юрец назад берет. Беру назад. Лишнюю была одна дорога. Да, было дело, да. Одна дорога. Правильно, там две дороги было, да. Все, спасибо, схавала, все, съела. Спасибо, Лев Альянович, просто бомба, сказка, все, супер.
Все, где гримерка Моргенштерна? Я там, Света тоже просто будет. Хочу ей тоже видосик записать. Я для Моргенштерна купил трубочки со сгущенкой. Так Моргенштерн уже выступил и уехал. Трубочки, ну это замечательно. Давай тогда поможем. Серьезно? Ну, конечно. Это Лев Валерьяныч и Юрец, поняла ты там? Прощай, поезда уходят в дальние края. Прощай, поезда, мы расстаемся навсегда. Ты помнишь, плыли в вышине, но вдруг погасли две звезды. Но лишь теперь понятно мне, что ты вообще мне друг. Прощай, поезда уходят в дальние края. Прощай, поезда, мы расстаемся навсегда. Вау! 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 Лев Ильич, спасибо, бомба, супер! Это вам, Лев Ильич. Хотел Свете подарить, но кто она такая, Лев Ильич? Лев Ильич, и мы все вместе. Воу! Огромное спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто был в зале. Увидимся на следующей неделе. Пока!